Что такое природный символ родного края для каждого из нас? Детское воображение принимает впечатления из окружающего мира и превращает в образы. Одни образы существуют в нашей жизни как данность, другие навязываются окружающей действительностью. Третьи узнаем из рассказов родителей, а если повезет, сами подсматриваем что-то в природе. И эти образы своей земли мы сохраняем на всю жизнь, как символы. Природные символы Саратовской области по заказу Союза юных экологов. Волга в детских рисунках занимает почетное место. Раньше наша река была совсем иной, более узкой и быстрой. Она являлась и кормилицей, и дорогой, ведь сухопутных прямых путей тогда еще не было. Потому во все времена города строили вдоль рек. Вот и наш Саратов стоит на самой могучей реке Европы, в среднем ее течении. Это первое изображение нашего города, сделанное иностранцем почти 400 лет назад. Цвет герба должен был символизировать отражение неба в Волге. Тут просто архитекторы немного ошиблись или просто не нашлось голубого мрамора. Ведь в 1781 году императрица Екатерина II утвердила герб Саратова с таким описанием: в голубом поле три стерляди, означающие великое сей страны изобилие таковыми рыбами. Стерлядь была бесценным даром природы, важнейшим продуктом питания, предметом торговли и в то же время валютой. Бочки с ценнейшей осетровой рыбой шли из Саратова даже к царскому столу. Кстати, на гербе Энгельса тоже есть свои природные символы. В 1747 году от озера Эльтон в сторону Саратова проложили соляной тракт и потянулись по нему тяжеленные вазы с солью. Лошадям такое было не под силу. Вазы запрягали могучих валов. На противоположном берегу Волги основали Покровскую слободу. Так эльтонская соль дала начало городу Энгельсу и превратила Саратов в соляные ворота России. А память о тех событиях осталась на гербе. Сотню лет возили соль на быках, пока в XIX веке на смену им не пришла железная дорога. А Волгу в середине 20 века перегородили плотинами, и она разлилась и превратилась в цепь огромных озер водохранилища. Пришла эра электричества. Электричество в 20 веке оказалось гораздо важнее, чем рыба. Когда-то во время нереста переставали звонить колокола на многочисленных церквях, а по набережной закрывалось движение на подводах и каретах, а позже пароходам запрещалось подавать звуковые сигналы. Плотины же преградили осетровой рыбе путь на нерест. Течение замедлилось, уровень воды в Волге стал нестабилен. Нерестилище исчезли. К счастью, стерлядь научились выращивать в искусственных условиях.
Каждый год сотни тысяч голов стерляжей молоди выпускают в волжские воды. Вряд ли можно вернуть былое изобилие, но все-таки вид существует. А почему на детских рисунках появляется дрофа? Раньше такая птица водилась в тех местах, где не было лесов, по всей Евразии. На этом флаге кольцо вокруг дрофы символизирует всемирно известный Стоунхендж. Дрофа и Стоунхендж – это официальные символы графства Уилшир, Великобритания. Только Стоунхендж стоит 5000 лет, а дрофы в тех местах уже нет. В Англии ее полностью истребили еще в 18 веке, а к середине 20-го из-за охоты и глобальной распашки земли дрофы уже почти нигде не осталось. И тут экологи спохватились. Уникальный вид. Самая большая летающая птица на планете. Удивительные брачные танцы. Все может исчезнуть безвозвратно. Сейчас в Евразии остались только две крупные популяции дрофы. Одна в Испании, другая наша, в Саратовском Заволжье. Саратовская популяция очень важна для выживания всего вида. И не только у нас в России, но во всем мире ученые с тревогой следят за ее судьбой. Поэтому дрофа стала как бы экологическим символом Саратова. Представьте себе, всего несколько тысяч птиц делают нашу область узнаваемой во всем мире. И образ дрофы для логотипа мы выбрали не случайно, чтобы сказать, мы снимаем и показываем природу Саратовской области. Для каждого из нас могут быть свои природные символы. То, что подарила нам природа этого края. То, что в сердце отзывается теплом.